Первый месяц в команде все хорошо, я тут всех ребят знаю, даже много близких друзей хороших, с которыми я там всю жизнь общаюсь, поэтому никаких вопросов в плане адаптации не было. Одной недели мне достаточно было для того, чтобы влиться в команду и, в принципе, чувствовать себя хорошо. Ну, топ атмосфера, как бы европейский уровень, сыграть с командой из Израиля, хотя даже в это трансферное окно были предложения от команды из Израиля. Сейчас посмотрел их уровень, и, в принципе, могу сказать, что хороший чемпионат. И сами Еврокубки — это всегда мировой уровень. Да, честно, ну, этот гол просто стал в игре нас, как бы так именно для личной статистики, может быть, это какой-то плюс, но главное же командные цели. И то, что мы не прошли, ну, как бы этот гол все забыли, никто, все только запомнили результат. Ну так, просто для себя, да, возможно, какой-то плюс, потому что давно не играл. Может быть, это какой-то эмоциональный фон придаст. Да, в принципе, все, наверное, как и у всех команд. Тренируемся где-то. Сейчас были тяжелые дни. Такое, как бы, физическое состояние поддержать после автобуса, после выходных. В принципе, все хорошо. Я в чемпионате Беларуси уже был там и немало поиграл, как бы, поэтому... Все стабильно, все обычно. Ну, очень молодая команда, хорошая, очень как бы квалифицированный тренер. Все его знают по чемпионату Беларуси, не только как бы, что как хорошего тренера. Ну, очень хорошая команда, и сейчас даже в таблице идет выше нас, это как бы и дерби, и будет принципиальная игра, и нам нужны 3 очка, если мы хотим занимать только высокие позиции.